Так, привет, дорогие друзья! Снова у нас очередная посылочка пришла, вот такая маленькая, и в ней, судя по всему, причем почта Парагвая, офигеть, и в ней находится термометр для воды. Все разрезаем вот этим офигенным скальпелем. Я уже давал ссылочку на этот, где его можно купить. Значит, все пусто. Вот как вот он упакован в такой вот мягкий материальчик. Вот сам термометр, и к нему, как писали, по-моему, 5 метров провода. А, нет, 2,5 метра провода дается. Сейчас посмотрим. Вот замечательный термометр. Он, этот термометр водяной. Значит, здесь у нас уже установлены батарейки. То есть он уже идет в комплекте с батарейками, что уже приятно. Сделан довольно-таки плотно, то есть у него даже есть вот такого рода как бы защелки, то есть его можно куда-нибудь, ну, к примеру, воткнуть. Так, сейчас посмотрим, как работает непосредственно сама штука эта. Значит, вот выносной кабель, да, то есть суть в чем? То есть вы его ставите куда-то, а просто саму... Сам конец этого кабеля вот с такой вот штучкой опускаете в воду. Вот. И он вам, соответственно, должен изменить температуру. Сейчас мы это сделаем. У меня стакан горячей воды, мы сейчас попробуем все сделать.